Основан он на исследованиях специалистов, которые оценивали работу глав регионов с сентября по октябрь. При составлении рейтинга учитывали материалы открытых источников и инсайдерскую информацию. Но главным стало мнение федеральных и местных экспертов. Результаты разделили на три части. В первой группе 25 руководителей регионов, которые заняли лидирующие места. В их числе и губернатор Кубани, он на 17-й строчке. Как отметили специалисты, Вениамин Кондратьев успешно решал первостепенные политические задачи. А среди значимых экономических событий – открытие завода по производству поликарбоната в Динском районе и начало работы нового выставочного комплекса в Краснодаре «Экспоград-Юг».